Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы будем строить свой спортзал в игре The Gym Tycoon в Roblox. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Также, если этот режим тебе понравится, ссылочку на него ты найдешь в описании под этим роликом. Также, кроме всего этого, если ты досмотришь этот ролик до конца, то я тебе расскажу про очень-очень прикольные коды, которые есть в этой игре и которые помогут тебе прокачаться в самом начале. Ну что ж, не будем тянуть время. Начинаем! У нас закончился рабочий день. Я, конечно, не знал, что здесь в этой игре наступает ночь, но она все-таки наступила. И за эту всю штуку, за этот день, мы заработали 2000 долларов. Мне кажется, весьма-весьма неплохо. Так, у нас прошла ночь, и наступает новое утро. И я, как администратор этого самого... Ё-моё, что здесь происходит? За кофе пройдёт? Я как администратор этого спортивного зала должен буду сейчас здесь все прибрать, чтобы нашим клиентам было нормально здесь находиться и достаточно комфортно, потому что они нам приносят немаленькие деньги. Но я думаю, что все-таки расширяться нам надо. Если мы не будем расширяться, то логично, что и денег мы больше получать тоже не будем. Поэтому сейчас мы зайдем в магазины. Поймем, что мы ничего не можем купить. Я что-то не понимаю. Я хочу что-то... Не, конечно, понятно, это все за робоксы, но все-таки я хотел купить какие-то нормальные вещи. Нам нужен инвентарь. Но для того, чтобы открыть это все, нам нужно качать уровень. Уровень нашего самого джима. Джим, заходим сюда. Понятненько, нам ничего не хватает. Здесь у нас тоже все за донат. И этих дорожек мы тоже больше сделать не можем. Хорошо, сейчас мы уберем вот эту воду, которую кто-то пролил. И давайте сейчас прокачаем уровень. Уровень для каждой дорожки. До второго хотя бы. Потому что денежки нам позволяют сделать. А нет, что-то не совсем позволяют. Здесь нам уровня не хватает. Так, следующий на третьем уровне открывается. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Давайте сейчас запустим сюда людей. Я хочу себе какого-то работника, который за меня бы продавал билет. Это было бы намного лучше, а то я уже устал. Воркаут? И что, Джон Кобра может работать сам? Так, да, работаем, 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 работаем. Ох, работаем. Ох, быстрее, быстрее, быстрее. Ох, amazing workout. Хорошо поработали, и после того, как мы поработали, нам дали денежки. Ох, ну мы и сильные, настоящие работники. Да, что ж, даже в своей качалке сразу же качаемся. Так, все. Давайте теперь купим второй... Нет, не купим, а купим еще одну вот такую штучку. Давайте ее купим и поставим вот здесь вот. Да, пусть она у нас здесь стоит, и теперь у нас 5 из 5 человек. И мы прокачиваем следующий уровень. Ох ты ж, смотри, смотрите, у нас что-то уже начинает проходить на нормальный спортзал. Если раньше это у нас он был просто на пляжике под открытым небом, то сейчас он у нас стал походить на что-то и реально нормальное. Вот, кстати, ко мне подходят... Я не знаю, что с этими челиками не так, мне кажется, у них какие-то проблемы. Все... ладно, ладно, ладно. Допустим, мы этого всего не заметили, но мне кажется, у них с одеждой какие-то маленькие-маленькие проблемы. Вот в некоторых она нормальна, вот в некоторых она ненормальна. Я не знаю, что за баги игры, потому что выглядит немного странно. А, типа они на пляже и в шортах здесь все ходят. Ну да, в принципе, пляж у нас здесь находится. Да, что же у нас тут находится? Алло, открывай! Это мой туалет. Ух ты ж! Нет! Ё-моё! Да что за фигня? Там какие-то непонятные люди живут. Они берут, блин, и не открывают туалет. Ладно. Ладно, ладно. Мы больше не будем открывать тот туалет. Нафиг он нам нужен. Там какие-то, я не знаю, челики живут. Поселились. И мы можем что-то интересное сделать. Да, смотрите. Дорожка, дорожка, дорожка. Давайте вот здесь вот разместим дорожки. Давайте сразу не одну дорожку, а несколько. Ой, я уже устал эти билеты продавать. Где работники? Где я могу нанять этих самых работников? Может, в магазине? Не, не знаю, не знаю, где. Так, ну, кстати, может прокачать свою силу? Давайте. Мы должны прокачать свою силу. Три,
Два, один. Ах, быстрее. Работаем, работаем. Работаем, 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 работаем. Быстрее, быстрее. Бежим, 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 бежим. Бежим. Так, спидраним. Вау, сколько же мы денег заработали. Так, мои денежки. Да, мы заработали своим трудом. Так, давайте людей сюда запустим. Чем больше людей, тем лучше. Я, кстати, не заморачивался с названием, а назвал это все просто Джон Кобрас Джим. Можно как-то по-другому называть, но я не знаю, какие названия этому всему можно придумать. Что у нас под Джим? 12 человек! Ох, дорого. Даже недорого. Как же я буду все эти билеты продавать? Ладно, мы начнем ставить дорожки. Нет, 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 я не хотел это ставить. Cancel нажмем. Cancel, cancel, cancel. Cancel. Ладно, пофиг, пофиг. Купили одну случайную штучку, мы будем ставить вот это вот все. Блин, жалко, что я не могу сразу много поставить. То есть каждую из этих штук я должен буду ставить по отдельности. А, кстати, вот они, йогамат, они 90 стоят. Я что-то их раньше не видел. Я думал, что я их не могу покупать. Так. А, в нашем теперь джиме максимальное количество участников, людей. Только я не совсем понимал прикол. Смотрите, у нас максимальное количество 8 человек. И я больше ничего не могу ставить, потому что у нас максимум 8 человек. Но как же мне сделать большее количество этих людей? В итоге я разобрался, в чем же была моя проблема. Оказывается, все было элементарно. Дело было в том... я думал, этот человек умер. Дело было в том, что я забыл повысить уровень нашего джима вот в этой менюшке. И из-за этого у нас ничего не получалось. Вот так вот оно, короче, все и получается. А я даже не заметил. И теперь мы можем нажать на эту кнопочку и прокачать наш следующий уровень джима. Ох, он у нас теперь с крышей вообще. Полноценный спортзал, такая вот качалочка. Еще с четвертого уровня, уже с этого уровня нам доступна эта самая качалка. Все, отныне Джон Кобра будет качаться. Да, у нас же есть вот эта фигня, как воркаут. Но знаете, вот здесь краешку я увидел вот такую вот очень хорошую вещь. И здесь мы вроде бы можем нанять ресепшенов. Кого мы наймем? Ладно, давайте наймем вот этого челика. У него такие классные очки, согласитесь, такие прям прикольные очки. Все, теперь у нас будет работать. Да, он работает, ух. Кстати, сейчас вы наблюдаете редчайший кадр. Прямо перед вашими глазами вы наблюдаете то, как дорожка, которая состоит из чего. Ну, я даже не знаю. Это, наверное, какой-то пластик. Наверное, пластиковая дорожка горит. Не, конечно, всякое может произойти, но мне это кажется немного странным. Блин, мне нужно больше работников. Неважно, сколько я им буду платить, но мне нужны работники другие. Чем больше работников, тем лучше. И, нет, в первую очередь мы будем строить вот такие вот штуки. Ох, ну что ж, давайте с этой стороны мы разместим вот эти качательные штуки. Вот здесь, вот один здесь мы разместим. Также... Еще одну качательную фигню мы разместим вот здесь. И еще одну штуку мы разместим вот здесь. А теперь у нас полноценная качалка, где люди будут качаться. Так, готово, готово, готово. У нас теперь достаточно всего. У нас все снова горит. Все снова горит у Джон Кобры. Так, все, чиним дорожки, чиним дорожки, чиним дорожки. Так. Стойте, что-то у нас слишком много, мне кажется, дорожек. Надо их поменьше сделать. Хотя, да, надо побольше дорожек. То есть поменьше сделать дорожек. Но сначала мы прокачаем следующий уровень. Ох, 6500. Конечно, это сильно бьет по нашему бюджету, но у нас уже 6 уровень, и это очень-очень классно. Так. Я не знаю, как продавать все эти штуки. Как я это все могу продать? А вот сел. Сел. Вот это мы тоже. Так, продадим, я думаю. Sell. Sell. И вот этот мусор тоже мы продадим, дешевый. Сейчас у нас будет полноценная качалка, где люди будут реально заниматься полезными делами. А не вот этой фигней. Так, еще это продадим. К тому же смотрится это все немного не очень. Все, прям человек катается, и мы продаем эту штуку, он сразу решает уходить от нас. Ладно, вот так вот это сейчас все выглядит. Я, наверное, продам пару беговых дорожек. Вот парочку буквально. И эту продам. Так, а вот эти 4, я думаю, можно оставить. И сейчас мы... Так, стоп. Вот здесь вот поставим еще один
вот эту штуку. Вот так вот. Готово, 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 готово. Так, потому что у меня сейчас появилось новое место. И еще мы теперь можем ставить вот такие вот штуки. О! Так. Они вроде бы место занимают поменьше. Давайте эти штуки мы поставим. Даже не знаю, где мы их поставим. Может быть, как-то с чередованием это все сделать. Ладно, пока что надо будет стоять вот здесь. Вот так вот будет стоять. Первое здесь будет стоять. Так, стоп, стоп, у нас что-то... Люди перестали приходить! Как только у нас, кстати, перестало быть разнообразие, к нам люди перестали приходить. О, смотрите, кто к нам пожаловал! Это же какой-то Булк Броган. А это же тот самый человек, который вначале нам что-то говорил с короной. Да ё-моё, как же он интересно выглядит. Ладно, все, я все-таки осознал свою ошибку. Нам нужно разнообразие. Если у нас не будет разнообразия, то к нам и ходить никто не будет. Ну тогда, чтобы у нас было разнообразие, что мы сделаем? Поставим вот тут вот маты. Сколько их поставим? Давайте 3 штуки поставим матов. Да, смотрите. Мы можем заспаунить этого человека за 100 робуксов. Блин, ну, конечно, за 100 робуксов его спаунить не будем. Ни за что, ни за что, ни за что. Так. Потому что он сам к нам пришел. Так, давайте здесь у нас будет 3 вот этих самых дорожки. 3 коврика. Так, прокачиваем их. Вот так вот. И еще, я думаю, мы можем их раз прокачать, да? Все, прокачиваем еще уровень. Все, теперь у него такие классные коврики, такие прикольные. Так, еще их обновляем. Еще. И еще. Все, больше мы их обновить не можем. Также мы прокачаем. Так, что-то сломалось с этими ковриками, а нет, все нормально. Знаете, теперь это не коврики, а больше не походят на какие-то матрасы. Так, теперь мы это обновляем. Это мы тоже должны обновить. Потому что я понял, нам нужно разнообразить. Кстати, смотрите, мы поставили другие штучки, и сразу людей у нас стало намного, намного больше. Я теперь понял, что нам... У нас нет денег! В смысле? Куда подевали все наши деньги? А у меня еще другой вопрос. Где люди? Они заходят, но что-то денег у нас много не становится. И, кстати, за новую штуку мало кто ходит. Вообще никто не ходит. Ладно, зато мы будем подтягиваться. Ну что ж, 3, 2, 1. О, работаем, работаем! Быстрее, 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 быстрее! Работаем, 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 работаем! Ах, 600, 600, смотрите, какие мы сильные! Amazing workout! 2003, 300. О, все! На, теперь хватает на все денег. Все, разбогатели, разбогатели. Поработали и разбогатели. Вот это я понимаю, работа. Так, теперь что мы будем делать? Можно, конечно, прокачать эту штуку, но нет, нам нужно разнообразие. Я понял, без разнообразия никуда. И теперь нам не хватает велосипедиков, поэтому давайте парочку вот здесь еще поставим. Один велосипедик, второй велосипедик. Ну и что, давайте еще третий поставим. Хорошо, ставим еще и третий велосипедик. Готово. Все, пусть теперь люди ходят. И сколько мы заработали? Ну, 4000. На 2000 больше, чем вчера. И это, конечно же, очень-очень классно. Сразу хочу сказать, что эти кодики в основном вам дают именно вот этих вот лимитированных булок-броганов, которые приносят очень-очень много денег. И чтобы призвать одного такого, надо заплатить где-то 100 баксов. Но есть специальные кодики, если вы видите которые, вы сможете призвать этих самых брук-броганов. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Один из них приходит, должен сейчас прийти за код. Так, видите, один пришел. Так, мы сейчас сразу же призываем второго, чтобы они шли работать. Используем вот такой вот код free. И теперь к нам приходит еще один Брок Брукан. Так, он приходит, приходит. Ох, какой же здесь беспредел творится. И теперь мы вводим следующий код. Этот код мы вводили. Теперь мы вводим код 2000 лайков, а он у нас, к сожалению, не работает. Значит, вот эти наши коды, единственное, что могут сделать, это подарить нам 2 вот этих супер человека, которые придут к вам и неплохо так оставят тут свои деньжища. Просто посмотрите, как же денег мы много сегодня подняли. Ох,
И при всем при этом мы заработали намного денег больше, чем вчера. Так. Давайте сначала починим все. И теперь у нас снова все открывается. Снова все открывается. А мы тем временем прокачиваем следующий уровень нашего джима. Я не думал, что мы успеем сегодня его прокачать. Но в итоге успели мы это сделать. Это очень классно. Это реально очень классно. Думаю, продолжим мы строить наш джим уже в следующем ролике. Конечно же, если вам понравился этот ролик, то обязательно оцените его лайком и подписочкой на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!